Ребята, всем привет! Меня зовут Анфиса Щербакова, и я вот сегодня шла и решила поговорить с вами о стойкости духов. Просто очень часто спрашивают у меня, стойкие ли наши духи Армель. Ребята, хочу вам сказать, стойкость у них разная. Я не могу вам сказать, что все духи шлейфят сутки, например, или там держатся на коже там 2 дня. Нет, ни в коем случае. То есть все зависит от компонентов, которые входят в состав наших духов. Если это цитрусовые полностью ароматы, то и на коже они будут держаться 2-3 часа, не больше, понимаете? Если там есть фруктовые нотки, цветочно-фруктовые ноты, то 3-5 часов на коже могут выдерживать. Если там уже, допустим, более терпкие, более такие восточные ароматы, то уже 8 часов спокойно могут на коже продержаться. И ведь стойкость – это же не показатель качества духов, правильно? То есть можно же облиться, там, ну, грубо говоря, соляркой, пахнуть будет месяц от человека. Но это же не значит, что солярка – это качественные духи, правильно? А чего еще зависит стойкость наших духов? Это, конечно же, состав внутри самого флакончика. То есть, например, наши духи Армель содержат в себе только воду, спирт и аромаэссенцию, аромамасло. Что это значит? Что они не содержат никаких вредных фталатов. То есть и шлейфить они сутками, соответственно, не должны с кожи, правильно? Что там будет шлейфить, если именно вот закрепителей вот этих химических, их нет. Ну и третий компонент, конечно же, от которого зависит стойкость наших ароматов, это тип вашей кожи. Если вы относитесь, например, как я, к такому типу людей, про которых говорят теплокровные, об которых греются зимой, потому что руки всегда теплые, щечки теплые, то получается на вас духи будут проживать жизнь в 2 раза быстрее, минимум в 2 раза быстрее. Компоненты будут быстрее улетучиваться с вашей кожи, потому что кожа их нагревает и раскрывает быстрее ваш аромат. Поэтому не стоит обижаться, что почему-то на моей подружке, у которой, например, холодный тип кожи, почему на моей подружке духи, значит, держатся сутки, а на мне всего лишь там 4 часа, понимаете? Это и от вас зависит, так как наши духи – это натуральные ароматы, понимаете, натуральные. В них нет фталатов, химических закрепителей, которые, ну вот, вредны, да, которые накапливаются в организме. И вы должны для себя решить, что для вас важно. То ли, например, это сверхвыдержка, стойкость, от которой все падают просто, штабелями ложатся, но зато вас узнают, вас уже нет там 3 часа в подъезде, вы там прошли, например, но все знают, что, о, это там вот Мария, например, спустилась, да, пахнет на весь подъезд. Либо вы выбираете безопасность для вас, безопасность для ваших деток, для ваших окружающих, да. Я как вот считаю, что лучше я достану из сумочки изящный флакончик духов Армель и обновлю аромат в течение дня, чем я буду поливать себя всяким, извините меня, но зато это будет опасно для моей семьи, для моих деток. Понимаете? Решите для себя, что для вас важно. Суперстойкость, либо безопасность. Ну, на этом позвольте откланяться. Пока-пока!